Мобильные офисы социальной газификации колесят по всем мытищам. На этой неделе они побывают в Федоскино, Сухарево, Чеверево и Осташково. А первой остановкой стала деревня Большая Черная. На улице Речной жители могли обратиться к специалисту и задать все интересующие вопросы, а также заключить комплексный договор и подать заявку на газификацию. Обязательно при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, ИНН, документы на дом и на землю. А также заявку. Ну, заявка, если нет у человека, да, заявку на социальную газификацию, то мы выдаем бланк, либо если он, к примеру, дома, да, собирает, пришел не с полным пакетом, высылаем по почте, либо по WhatsApp. После заключения договора в личном кабинете на сайте Мособлгаза клиенту придет подтверждение, а затем документ на проведение внутренних работ, где специалисты сделают замеры помещения. От момента подачи заявки до получения услуги проходит до 30 рабочих дней. Очень хорошо, что они приезжают на все вопросы и консультации. Вот я говорю, что в прошлый раз у нас много народу подходило, спрашивали, когда все это будет, о сроках, естественно. Объяснили, как документы, пакет оформляется. Мобильные офисы социальной газификации на территории Мытищ работают со вторника по субботу с 10 до 16 часов. В Подмосковье по президентской программе газифицирован уже 1731 населенный пункт. Это свыше 52 тысяч человек обеспечено голубым топливом. В Мытищах газ подвели к 42 населенным пунктам. План выполнен на 50%. Подробности программы можно узнать на официальном сайте Мособлгаза. Наталья Матвеева, Константин Бондаренко, Первый Мытищинский.